Видео мы проверяем 5 лучших блоков питания в 2022 году. Я составил этот список, основываясь на соотношении цены и производительности, портативности, емкости и многом другом. Мы рассмотрим продукты, подходящие для всех типов людей. Так что независимо от того, ищете ли вы доступный Powerbank или ищете лучший Powerbank, который вы можете купить, у нас будет продукт для вас. Если ты хочешь получить больше информации и самые актуальные цены на упомянутые продукты, обязательно проверь ссылки в описании ниже. Теперь давай перейдем к видео. Если ты путешественник, которому нужен Powerbank, чтобы брать его с собой в дорогу, Enco PowerCore Fusion 5002-in-1 может быть лучшим выбором для тебя. PowerCore Fusion 5000 за $30 – это портативный универсальный Powerbank, который может заряжать целый ряд устройств, включая iPhone и Android. Он поставляется со складным адаптером переменного тока для экономии места, возможностью одновременной зарядки до двух устройств и легким корпусом, подходящим для путешественников. У него компактная легкая конструкция, которая весит всего около 6 унций, так что вы можете легко брать его с собой в дорогу. В нем используется дизайн 2 в одном, который сочетает в себе настенный порт и функциональность Powerbank, так что вы можете заряжать банк во время зарядки вашего телефона. У него есть адаптер переменного тока, который удобно складывается, чтобы увеличить его мобильность, что идеально подходит для частых путешественников. Сбоку у тебя есть кнопка включения, которая может переключаться между зарядкой подключенных устройств и зарядкой самого банка, а также три индикатора с предупреждениями о мощности. Мне нравится, что в нем используется комбинация из 10 функций безопасности, которые предотвращают повреждения ваших устройств. Для дополнительной защиты ты также получаешь 18-месячную гарантию, чтобы обеспечить некоторое душевное спокойствие, дорожную сумку. И 3 цветовых варианта на выбор в зависимости от твоей эстетики. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет вам оставаться на связи вдали от дома, и он обеспечивает достаточную емкость для 3 зарядок смартфона. К сожалению, этого недостаточно для более крупных устройств, но это понятно, учитывая компактные размеры. Ему также не хватает функции быстрой зарядки, но у него есть 2 порта USB Type-A на передней панели с идентичной функциональностью для одновременной зарядки устройств. И порт Micro USB для подзарядки банка, время зарядки которого составляет 2,5 часа. Он также использует инновационные технологии PowerIQ Voltage Boost, чтобы гарантировать, что все устройства каждый раз получают чистую и эффективную зарядку. PowerCore Fusion 5000 является одним из лучших источников питания для путешественников благодаря своим компактным размерам, солидной внутренней емкости и стабильной производительности. Я бы рекомендовал это всем, кто хочет сэкономить деньги и место в сумке. Для тех, кто хочет лучший из доступных беспроводных зарядных устройств Qi, беспроводное портативное зарядное устройство Enco PowerCore 310K – отличный вариант. По разумной цене в $50 PowerCore 310K предлагает удобный способ зарядки ваших устройств, не требуя сложного управления кабелем. Он поставляется с некоторыми полезными функциями, включая функцию беспроводной зарядки, большую внутреннюю батарею и солидное предложение USB-портов. Он имеет больше и более тяжелый форм-фактор, чем компактный Fusion 5000, но у него тонкий профиль, который легко помещается в карман или сумку. Он имеет гладкий матовый пластик на задней панели и текстурированную отделку с противорезиновым кольцом для удержания устройств на месте. Но пластиковая рамка может не выдержать многократных падений. Мне нравится, что в нем есть встроенная подставка для твоего телефона, которая позволяет тебе поддерживать его, пока он заряжается. Ты получаешь целый ряд включенных функций безопасности для сохранения устройств в целости, включая обнаружение посторонних предметов, защиту от короткого замыкания и контроль температуры. Он также предоставляет 18-месячную гарантию, удобный кабель USB-C, USB-A и дорожную сумку для хранения. Он предлагает порт USB-C для зарядки ваших новых устройств, порт USB-A для старых телефонов и возможность заряжать до 3 устройств одновременно. Он использует катушку беспроводной зарядки Qi и поддерживает 10-ваттную технологию Samsung. Стандартную 5-ваттную беспроводную зарядку Apple Profile мощностью 7,5 Вт, и он даже может заряжать такие продукты, как чехлы для беспроводных наушников. Батарея емкостью 10 мАч обладает впечатляющей емкостью и может заряжать большие iPhone или Android более чем в 2 раза. Но у нее относительно медленное время зарядки — 4,5 часа. Он также обеспечивает передовую технологию PowerIQ 30 для оптимизации производительности с большинством устройств для почти универсальной совместимости. И он может заряжаться через корпуса толщиной до 5 дюймов, но некоторые материалы могут снизить эффективность. Я считаю, что PowerCore 310K является лучшим беспроводным зарядным устройством Qi из-за его впечатляющей универсальной производительности, многочисленных функций безопасности и широкой поддержки беспроводных форматов. Это отличный вариант для тех, кто не хочет носить с собой кабели без ущерба для производительности зарядки. Некоторым пользователям может понадобиться Powerbank, который подходит для большинства
большинства приложений. Halo Bolt 5000-8830 – это наш выбор как наиболее универсальный вариант из доступных. Высококачественный блок питания должен быть способен на многое, а $100 Bolt 5000-8830 – это портативный вариант, который может делать все понемногу. Он поставляется со встроенной функцией быстрого запуска для транспортных средств, розеткой переменного тока, которая может поддерживать питание вашего ноутбука, и встроенным фонариком. Он поставляется в широкой цветовой гамме, чтобы соответствовать практически любому стилю, и он сделан из прочного пластика, чтобы добавить долговечности. Хотя он несколько велик по сравнению с конкурентами, он предлагает множество функций, и у него есть прорезиненные ножки внизу, чтобы предотвратить скольжение и перегрев. Он поставляется с несколькими функциями безопасности, включая защиту от перенапряжения для предотвращения перезаряда устройств, защиту от обратного замыкания, защиту от обратного тока и защиту от короткого замыкания, чтобы избежать неисправностей. Мне нравится, что у него есть достаточно яркая функция фонарика для чрезвычайных ситуаций, но у него есть только одна настройка. Более того, он поставляется с парой соединительных кабелей и сумкой для переноски, хотя 90-дневная ограниченная гарантия производителя может быть больше. Три аккумулятора емкостью 5300 мАч обеспечивают впечатляющую мощность, которая позволяет надежно заряжать большинство современных смартфонов примерно 3 или 4 раза, но для полной зарядки через розетку переменного тока требуется около 9 часов. Он оснащен двумя портами USB Type-A для одновременной зарядки смартфонов, розеткой переменного тока, которая может питать зарядное устройство для ноутбуков до часа, и стартером на 500 ампер, который может запускать обычные автомобили до 217 раз. Но это недостаточно мощно, чтобы запустить севшую батарею. К сожалению, он не поддерживает быструю зарядку, но он универсален и имеет интуитивно понятное управление. Мне также нравится, что у него есть удобная функция автоматического отключения питания для экономии заряда батареи, и он может держать заряд до года. Bolt 58830 может заряжать ваши телефоны, планшеты, ноутбуки и запускать ваш автомобиль, что обеспечивает большую универсальность, чем у большинства других конкурентов. Я бы рекомендовал это, если вам нужен универсальный зарядный блок, который подходит для большинства приложений. Теперь для тех, кто предпочитает блок питания большой емкости, Bang Maxuok емкостью 50 мАч – отличный вариант, который может подойти именно вам. Большие блоки питания предлагают несколько ключевых преимуществ, в том числе возможность хранить больше энергии, а $130 Maxuok емкостью 50 мАч оснащен мощным аккумулятором, который позволяет вам оставаться на связи. Он поставляется с некоторыми интригующими функциями, такими как широкий выбор USB-портов, несколько портов для подключения ноутбуков и сквозная функциональность. Хотя он тяжелее многих других вариантов, это понятно, учитывая большую батарею емкостью 50 мАч, и он имеет прочную конструкцию из металла и пластика, которые идеально подходят для ежедневного использования и легко помещается в большинство рюкзаков или дорожных сумок. Мне нравится, что он имеет сертификат UL и встроенную систему безопасности SixTech, которая включает защиту от перегрузки, защиту от низкого тока, защиту от короткого замыкания и защиту от высокого тока, чтобы отключить банк, если он выдает слишком много энергии для дополнительной долговечности, но это не одобрено D. Он также поставляется с 12-месячной гарантией, блоком питания для ноутбука и светодиодным индикатором для обновления состояния батареи, а также многофункциональной сумкой для хранения. Аккумулятор емкостью 50 мАч отличает его от других конкурентов большой емкости и может заряжать смартфоны до 18 раз, что делает его идеальным для длительных поездок или чрезвычайных ситуаций. Я также думаю, что время зарядки от 6 до 8 часов впечатляет, учитывая размер батареи. И у нее есть удобная сквозная функция для одновременной зарядки банка и ваших устройств. Ты получаешь широкий выбор портов для зарядки нескольких устройств одновременно, включая два порта USB-A на 2,1 ампера и два порта USB-A на 1 ампер. Но порты USB-C были бы полезны для подключения новых устройств. Он может заряжать большинство ноутбуков примерно в 2,5 раза и поставляется с 20-вольтовыми и 12-вольтовыми выходами постоянного тока. И хотя ему не хватает возможности быстрой или беспроводной зарядки, у него есть функция автоматического отключения для экономии энергии. Я считаю, что Powerbank Maxuok емкостью 50 000 мАч – это лучший вариант с высокой емкостью из-за его выдающейся производительности. Ряда функций безопасности и простоты использования – это отличный выбор для длительных поездок, зарядки нескольких устройств или чрезвычайных ситуаций. Если ты ищешь лучший Powerbank с питанием от сети переменного тока для ноутбуков, Omni 20 Plus может быть лучшим выбором для твоих нужд. Omni 20 Plus за $200 – это серьезный универсальный Powerbank, который может заряжать практически любое устройство, включая ноутбуки большего размера. Он предлагает яркий OLED-экран, который позволяет настраивать определенные настройки, поддержку быстрой зарядки и функции беспроводной зарядки, а также порт переменного тока, который обеспечивает лучшее в своем классе энергопотребление. Он имеет достаточно компактный и легкий форм-фактор, который может поместиться в большинство сумок, и имеет порты спереди и по бокам, чтобы уменьшить загромождение кабелей. Он сделан из полностью черной мягкой на ощупь резины, которая обеспечивает некоторую амортизацию и сцепление, но со временем на ней скапливается грязь. Четкий OLED-дисплей обеспечивает впечатляющую читаемость и обеспечивает интеллектуальные показания мощности, уровни входной и выходной мощности, а также показания температуры. Но ориентироваться и настраивать настройки может быть относительно сложно. На нем есть две физические кнопки, которые могут включать или отключать определенные порты в зависимости от ваших потребностей. И вы получаете зарядные кабели USB и USB-C вместе с покупкой. Хотя я хотел бы видеть аккумулятор большего размера, учитывая дорогую цену, аккумулятор емкостью 20 мАч обладает солидной емкостью и может обеспечить
обеспечит до 5 зарядок для смартфонов и одну полную зарядку для ноутбуков. Он предлагает широкий выбор портов для зарядки практически любого устройства, включая порт переменного тока, который может выдавать мощность до 100 Вт, что превосходит большинство конкурентов. Порт USB-C, который может обеспечить подачу питания мощностью до 60 Вт, порт Barrel Connect мощностью 100 Вт для ноутбуков и два порта USB-A. Он также поддерживает быструю зарядку через USB-C и один порт USB-A с совместимыми устройствами и удобную беспроводную зарядку. Мне нравится, что у него есть сквозная функциональность, удобные возможности зарядки от солнечных батарей, и у него довольно быстрое трехчасовое время зарядки, чтобы вы оставались на связи. Omni 20 Plus может надежно заряжать вашу электронику, и он обеспечивает первоклассную подачу питания, солидную внутреннюю емкость и широкий спектр портов. Я думаю, что это хороший выбор для тех, у кого несколько устройств. Ссылки на обновленные цены на все продукты, упомянутые в видео, находятся в описании ниже. Если тебе понравилось это видео и оно как-то помогло тебе, пожалуйста, поставь видео лайк и нажми кнопку подписки. Надеюсь увидеть вас, ребята, в следующем видео. До следующего раза. Увидимся позже.